картине девушка, читающая письмо в окна, Вермеер впервые воспроизвел игру света и тени. Удачно найденный здесь композиционный прием он потом будет использовать из раза в раз, изображая героиню лицом к окну, из которого свет попадает в комнату. Самая светлая часть помещения находится немного подаль от окна, потому что открытая створка и портьера образуют тени. Таким образом, лицо девушки с той стороны, с какой смотрит на нее зритель, находится на фоне темной стены, но само при этом освещено. Задняя же часть фигуры в тени, хотя стена за ней на свету. Декоративная игра тоновых пятен создает эффект шахматной доски. Тень стены соприкасается с освещенным лицом, грудью и руками девушки, а спина героини, находящаяся в тени, в свою очередь, вырисовывается на фоне светлой части той же стены. Так же, как и в спящую молодую женщину, Вермеер включил сюда натюрморт с фруктами, живописно поднятый крупными складками ковра с одной стороны. Девушка, читающая письмо у окна, одна из самых загадочных и трогательных картин Вермеера. Мастер долго шел к ее точному выразительному решению, что подтверждают рентгенограммы. На них видны многочисленные переделки. Например, он убрал из интерьера холст, дополнительный элемент, который разбавлял бы остроту напряженности мысли читающей девушки. Если бы художник не записал эту деталь, то работа не выбивалась бы из русла современных ему жанровых сцен с письмами, такими как, например, у Тербурга. Спустя несколько веков полотно обрело изначально задуманный автором вид. Был снят пожелтевший поздний слой лака и возвращен характерный вермееровский холодный колорит, а также расчищена картина в картине, крупное изображение Купидона на заднем плане. Известно, что в произведениях Вермеера действие часто происходит в одних и тех же интерьерах, по-видимому, в реальных комнатах Делфтского дома самого художника. Для своих картин мастер также многократно использовал одни и те же предметы – мебель, картины, географические карты, шпалеры, аксессуары, керамику, очевидно принадлежавшую его семье. Отец художника Рейнер Янсезон занимался продажей произведений искусства, и тот унаследовал его дело. В доме Вермеера имелись принадлежавшие ему полотна других мастеров, а также работы из коллекции его тещи Марии Тинс, чья зажиточная семья была связана с художественными кругами Утрехта. Картина с Купидоном, судя по всему, постоянно находилась у художника, поскольку кроме дрезденского полотна она представлена по меньшей мере еще в трех произведениях Вермеера. «Дама, стоящая у вирджинала» и «Прерванный урок музыки». Правую нижнюю часть этой картины, где видна лишь нога божества, можно видеть на картине «Спящая девушка». Вероятно, реальное полотно с Купидоном было произведением Ван Эвертгена. Оно фигурирует в описи имущества, принадлежавшего вдове Яна Вермеера, 1676 год, Катарине Болнес. Эта не дошедшая до нас картина, в свою очередь, могла быть вдохновлена книгой Отто ван Вейна
Amorum Emblemata, где приведена серия изображений купидонов с высказываниями о любви разных поэтов и философов. Изображение купидона, схожее с воспроизведенным у Вермеера, сопровождается цитатой из Аристотеля о подлинной любви. Интерьерные сцены Яна Вермеера, несмотря на свою видимую лаконичность, наполнены предметами, чье символическое значение легко считывалось современниками. Важную роль в раскрытии сюжета играют и украшающие стены полотна. На дрезденской картине стоящая перед открытым окном девушка глубоко погружена в чтение письма. Композиция построена таким образом, словно приглашает зрителя полюбоваться пойманным мгновением, за приоткрывающим сцену зеленым занавесом в духе обманки. В то же время массивный, покрытый тяжелым ковром стол создает композиционный барьер на переднем плане, не давая проникнуть глубже в пространство картины, оставляя девушку в тишине и сосредоточенности. Легко представить, что в сюжете полотна речь идет о любовном послании. На его эротический характер намекают персики и яблоки в натюрморте в передней части картины, символ грехопадения Адама и Евы. А с раскрытием картины с Купидоном любовный контекст стал еще более очевидным. Для Вермеера, по-видимому, было важным подчеркнуть это значение, поскольку фигура покровителя любви играет доминирующую роль в композиции. Большая картина в раме занимает половину всего пространства полотна, а изображение Купидона сопоставимо по высоте с фигурой девушки. Тщательное изучение картины выявило еще несколько деталей, важных для понимания творческого подхода художника. Рентгеновский анализ показал, что Вермеер изначально написал фигуру девушки меньше размером, чуть повернутой назад и наклоненной к окну. Этот замысел прослеживается и сейчас, по отражению ее лица в оконном стекле, которое не соответствует финальному расположению фигуры. Позднее Вермеер сделал профиль девушки геометрическим центром всей картины. Еще одной находкой при лабораторных исследованиях стал бокал Рёмер. На переднем плане, по масштабу сопоставимый с фигурой девушки, он должен был стать частью обманки, наряду с иллюзионистическим занавесом и деревянной рамой, изображенной на холсте, и принадлежать миру зрителя. Аналогичные приемы можно найти в живописи Делфской школы XVII века. Однако в итоге Вермеер, добиваясь идеального композиционного баланса, изменил позу и масштаб фигуры девушки, а также отказался от перегружавшего передний план изображения бокала. Эта картина открывает серию лаконичных, уединенных домашних интерьеров Вермеера, где главную роль играет занятая повседневными делами женщина. И уже в этой ранней работе художник, оттачивая до совершенства каждую деталь изображения, смог выстроить гармоничный, завершенный образ. В этом отношении девушка, читающая письмо, стала эталоном для всех его последующих интерьерных сцен.